О, да. Авантюрист, мне нужна твоя помощь. Что случилось? Мой дом горит с моей женой и ребенком внутри. О, черт, давай побежали скорее. Удачи, авантюрист. Ну, давай, давай, пойдем же скорее. Моя жена уронила свечу и начался пожар. Ты должен помочь. Это ужасно. Да. Ну так пойдем, спасем твою семью. Крыша может обрушиться на моего ребенка. О, господи, конечно. Ну так давай, пойдем, спасем их. Ведра за домом, возле пруда. Прекрасная идея, идем же, идем сейчас. Удачи, авантюрист. Прости, просто... Просто интересно, ты собираешься идти и помогать? Ведра за домом, возле пруда! Извини, не хочу быть грубым. Понимаю, это стрессовая ситуация, просто хочу удостовериться, что ты пойдешь помочь мне... Спасти твою семью. Моя жена уронила свечу, и начался пожар. А ты, типа, ты вообще хочешь помочь своей семье? Возможно, они там умерли уже все. Ведра за домом, возле пруда. Да я готов помочь тебе, но это твоя семья. Удачи, авантюрист. Так что было бы неплохо помочь спасти свою же семью. Крыша может обрушиться на моего ребенка. То есть ты собираешься просто стоять здесь? Удачи, авантюрист. И наблюдать, как я тушу пожар, пока твоя семья внутри. Лады, ты кусок говна. Удачи, авантюрист. Ты кусок говна. Но я... Пожалуй, да. Я сделаю это для тебя. Ладушки. Удачи, авантюрист. Зрители, нам нужна ваша помощь. Поставьте лайк. Теперь ты их просишь, да, помочь? Сам что-нибудь можешь сделать, а?